тревожно. Особо тревожно. Тревожно. Но реально тревожно. В Мурманске тревожно. Губернатор Чибис подтвердил, что на Мурманскую область идут налеты беспилотников, в связи с чем в регионе вводятся ограничения. Цель – аэродром Оленья. Дорогие друзья, на нашу область совершаются налеты вражеских беспилотников. Поэтому прошу с пониманием относиться к ряду временных ограничений, которые нам приходится вводить. Прошу вас отнестись к этому с пониманием. Все необходимые меры по повышению безопасности предпринимаются. Все поставленные задачи успешно решаются. Ну а ПВО работает по уничтожению вражеских беспилотников. Оно лучшее в мире. Оно глубоко эшелонировано. Я прошу доверять официальным источникам информации. Ну и, конечно, быть бдительным. Всем хорошего дня. Всего доброго, хорошего настроения и здоровья. В Новом Осколе из-за подрыва взрывного устройства с рельс сошел поезд. Взрыв произошел на перегоне Волоконовка – Новый Оскол. В результате него с рельс сошло 10 вагонов и локомотив, двигавшиеся из Батайска в Старый Оскол. Движение железнодорожного транспорта на участке между Старым Осколом и Валуйками остановлено. Ну вы понимаете, что это такое происходит или нет? Кто-то понимает это? В РФ двое подростков по заданию неизвестных шутников сожгли вертолет Ми-8. От него остался только хвост. Инцидент произошел в ночь на 11 сентября. Мальчики в возрасте 13 и 14 лет пробрались в аэропорт Ноябрьска и подожгли вертолет. За это им якобы пообещали около 5 миллионов рублей. Дети рассказали, что на днях они спалили и вышку сотовой связи. За это им заплатили около 30 тысяч. Отметим, что отец одного из школьников сейчас находится на войне против Украины. Но технически они все сделали правильно. Добились того, чего хотели. Трагедия произошла в Якутии. Там на трассе Лена перевернулся автобус с людьми. Погибли 4 человека, еще десятки пострадали. Всего в автобусе находились 35 пассажиров. Причины ДТП пока не называют. А в Оренбургской области пожар. Недалеко от села Гаршино загорелся нефтепровод. 2 человека погибли, 3 пострадали. Спустя несколько часов пожар потушили, его площадь составила 150 квадратных метров. Причина происшествия – нарушение техники пожарной безопасности. Есть 2 новости из мира культуры, и обе плохие. Стендап-комика Диму Гаврилова задержали в Нижнем Новгороде. Ему дали 13 суток за разжигание ненависти и вражды. Эту самую ненависть и вражду силовики нашли в записи его концерта полуторагодичной давности. Тбилиси, я вообще не чувствую русофобии здесь. Чтобы не расслабляться, у себя дома на стене написал «фа***». Я, например, перестал смотреть порно на русском языке. Ну, это язык оккупантов, я считаю. Гаврилова за эти шутки заставили извиняться на камеру. Ненависть и вражду на самом деле сеют сами силовики, унижая и сажая людей всего лишь за шутки. Гаврилова задержали прямо перед концертом. Комику пришлось отменить несколько ближайших выступлений. Но есть такие артисты, кому даже подражание нацистам сходит с рук. Я сейчас, конечно же, про Шамана. Артист растет, развивается и открывает для себя новые жанры. Теперь он в роли князя Владимира примет участие в этно-опере с одноименным названием. Постановку якобы сочиняли аж 10 лет. Видимо, все ждали появления того самого артиста на главную роль. Вообще, состав там просто мерзейший. Главным режиссером оперы стал Сергей Новиков, человек, который отвечает за черные списки артистов. Хореограф Илза Льепа, балерина, известная своей поддержкой Путина. Создание этой оперы обошлось нам с вами, российским налогоплательщикам, в 29 миллионов рублей. Именно столько на нее выделил Государственный фонд культурных инициатив. Но эта сумма даже рядом не стояла с бюджетами на блокировку VPN. Роскомнадзор планирует модернизировать систему блокировок и потратить на это, внимание, 60 миллиардов рублей.
В описании проекта пишут, что обновленная система поможет заблокировать до 96% VPN-сервисов. Модернизация рассчитана до 2030 года. Одно только радует. В нашей стране все, что с приставкой «технология» и спонсируется на госденьги, делается долго и сложно, а чаще по итогу вообще не работает. И вот пример работы с отечественными технологиями. Еще 8 лет назад у нас должен был появиться первый отечественный самолет. Но все как-то не складывалось. То санкции, то война, то денег не хватает. Сегодня вице-премьер Мантуров заявил, что конкурент Боингу придется сделать короче на одну секцию. Он сможет перевозить только 140-150 пассажиров. Просто со всеми российскими деталями самолет стал тяжелее, и теперь его летные характеристики другие. Пишут, что власти согласились на укороченную версию самолета, чтобы уже хоть как-то, хоть кого-то начать перевозить. А то сколько лет прошло, а отечественных «Боингов» как не было, так и нет. А вот чего в нашей стране в избытке, так это наград и регалий для путинских пособников. Патриарх Кирилл стал целым почетным доктором Санкт-Петербургского государственного университета. Удостоверение и мантию он получил за выдающийся вклад в развитие богословской науки. Произошло это во время освящения храма, который открыли после реставрации. Помимо храма Гундяев осветил еще и крест, который теперь будет стоять у здания 12 коллегий. А вот героям следующей новости не помешало бы вызвать экзорциста. В музей-гараж с рейдом нагрянули Z-активисты. Они пристали к сотруднице, пытаясь выяснить, почему в музее нет портретов героев СВО. Мэр приморского города Большой Камень объявил о сложении полномочий после полутора лет отсутствия на рабочем месте. Это Рустям Абушаев, и в военной форме он не случайно. В марте 23 года на него завели дело о мошенничестве в особо крупном размере. Перспектива сесть в тюрьму Абушаеву не понравилась, и он поехал воевать в Украину. Сначала был командиром добровольческого батальона «Тигр», а затем подписал контракт с Минобороны. И все это время оставался мэром. А сейчас написал заявление об отставке, объяснил свое решение Абушаев тем, что мэр города должен работать в городе. Такая вот новаторская мысль. А мэру Томска пришлось отключать реакции в своем телеграм-канале после того, как он поздравил «Единую Россию» с победой на выборах. Подписчики быстро накидали мэру дизлайков и написали в комментариях, что они думают о партии жуликов и воров на самом деле. Сначала от имени мэра появилась запись «Вас поставили на счетчик». Это, видимо, такая угроза. Потом комментарий был удален, а под постом исчезла возможность оставлять реакции. Сейчас ее снова вернули. В общем, из-за такой мелочи случилась настоящая паника, потому что в протоколах на выборах можно нарисовать ядру любые проценты, а вот реакции в мессенджере не соврут. Мы не можем врать, мы Россия.